Всем привет, дорогие товарищи! Сегодня 11.11, день холостяка, отмечающий в Китае праздник. Но в основном празднуют русские, потому что это день всемирной распродажи. Такое себе событие, потому что уже не первый год нас пытаются обмануть. Сначала повышая цены, потом их опуская до какого-то предыдущего уровня. Но сейчас речь не о том. Конечно же, интересные ссылки, что и где, как покупать именно сегодня, я оставлю в описании под этим видео. А сейчас я вам хочу рассказать о одежде, которую мне прислали китайцы на обзор. Я сейчас нахожусь вот в такой вот толстовочке. Она очень красивого цвета, с хорошо нанесенным принтом. Но у нее есть единственный минус, она полностью состоит из синтетики. А полностью синтетика, это, соответственно, организм не дышит, тело очень сильно потеет. То есть рекомендовать данную толстовку я могу ровно на 50%. Но если вас заинтересовал модельный ряд в плане рисунка, я, конечно же, оставлю ссылку в описании. И сегодня я распакую вот такую штуку, точнее даже не распакую, а просто вам покажу. Это такое короткое информационное видео. Она тоже полностью синтетическая, но у нее вот такой прикольный принт. Что здесь написано, я пока еще не знаю, потому что распаковываю первый раз вместе с вами. Действительно, нанесен рисунок неплохо, она черного цвета, размер, по-моему, 48-50, если не ошибаюсь, но китайцы мало мерят. Присутствие лейбов, присутствие производителя и даже информации, как ее эксплуатировать, как ее стирать, в случае, если вам это будет необходимо. Ну и, конечно же, у всех китайских толстовок есть вот посередине кармашек, здесь тоже он есть, поэтому как-то так. Сейчас буквально магией монтажа с помощью секунды я переоденусь в эту кофту. Ну вот как-то так она выглядит, я, в принципе, вижу себя вроде даже неплохо, и если честно, то здесь подкладка немножко флисовая, она хоть и синтетическая, искусственный такой флис, здесь подкладка посимпатичнее, потому что на этой кофте она, ну вот такая вот. Да, здесь отличный рисунок, может быть, куда-то одеть, например, на какое-нибудь мероприятие или на праздник, или просто вы хотите показать или как-то отличиться в обществе. Просто одевайте под ту толстовочку, под тот худи, одевайте, соответственно, какую-нибудь хлопчатобумажную майку или футболку, и будет вам счастье. Вот такое короткое информационное видео. Большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Как всегда, подписывайтесь на канал. Все самое интересное, как всегда, в описании. Пишите свое мнение в комментариях и вообще не будьте бесполезными, будьте активными, проявляйте свою активность. Совсем скоро увидимся, у меня много чего припасено для вас интересного. Всего доброго! Пока-пока!